Здравствуйте, с вами Сонная Флаттершай 19, мы можем родить Соника 2 под хаком Флаттершай Тейлз. Пошли! И крутая музычка играет тут. Всего. Уровень под названием какая-то воздушная аллея. Фиг знаю. Славой. Так. Так, новые элементы прыгалки. Вот. Музыка вообще забавная тут. Ай! Ну ладно, бывает. Не офигенный уровень на самом деле. Зона. Пошли еще глубже. Ух. Мы теперь находимся где? В зоне пещер. В скале. Опасно. И еще ниже. Ух. Так, секрет. Не? Ну ладно. Так. Ух. Змейка опасная. Которая нас стреляет всякой фигней. Вы не слышали, но сейчас чихал. Та-та-та-та-там-там-там-там-там. Ух. Шипы я даже не заметил. Так, все посложнее уровни начинаются. Вот то, что мне и нужно было, бессмертие. Так, тут какая-то жесть немного. Что-то там опускается. Лава? Так, иди нафиг. Ага. Ага. Понятно, такая небольшая зона. Зона землетрясения, грубо говоря. Но мы прошли ее. Да, уровень уже намного дольше, чем обычно. Мы прошли. Флаттершай все могет. Все может. Флаттершай Got Through Act 1 пройден. В зоне 5. Kill Zone, зона 2. Точнее, Акт 2. Пошли! Так, там можно выше подняться, я помню. Моя сейвка. И с Эклисом попадается, когда мы попадаем во вторую уже зону. А в первой зоне еще нет сейвов особо. Ох, я помню, тут вроде два прохода. Первый это наверху, где тут будет опять же подниматься всякая фигня, а ниже лава. То есть два вида прохождения. Так. Выше. Молодца. Робот Эггмана. Тут это опасно немножко, но для нас не особо. Еще глубже. Ух! Рай бессмертия. Окей. Опять зона пещер. Отдай. Ползучая тварь. Крабовая. И опять закрывают проходы. За нами. В чем прикол? Опять какая-то чертовщина тут. Ай, блин, кончилось бессмертие. Опасно, блин, думаю, бессмертие... О! Понятно, нас теперь пытаются раздавить или что? Нет, уж вы не на того напали. Окей, поднимаемся все выше и выше. Летать, к сожалению, мы не можем в зоне 2.
Да. Да. Окей, окей, окей. Так, и вы не нужны мне. Все, прошли. Быстренько прошли. Я думаю, будет посложнее. О, вот это мне надо забрать. А как мне это забрать? Мне надо непонятную скорость набрать. Окей, попробуем так. Во, вот скорость. Моё, моё, моё. Всё. Ну что, прошли еще? Нет? Окей, еще дальше. Опять пещера. Блин! Шипы, блин, я вас даже не видел. Как я мог знать, что там шипы находятся? Вот нарочно. Я так бонус никогда не пройду тут. Только сейчас будет вроде босс уже. Если я не ошибаюсь. Так. Мне надо 35 колец, чтобы получить доступ к боссу. Ой, блин. В зоне бонуса, точнее. Ух. А что там внизу, кстати? Я понимаю, там проход. Да. Не ошибся. А, кстати, сейчас кольца наберем необходимые. И нафиг. Угу. Вот и необходимые кольца мы и набрали. Все, можно уходить отсюда. Так что норм. Перед боссом попробуем пройти этот уровень. Блин, нет, не дадут. 50, что ли, нужно? Ой-ой-ой. А вот и босс. Некая пушка. Блин, самый простой босс. Ой! Ты вообще охренел так делать. Нежданчик, блин, такой сделал, блин. Простой босс на самом деле, блин, только, блин, потерял все кольца. Обидно. Ну ладно, Флати, мы спасли всех зверюшек. Обезьянок и птичек. Та-та-та-та-та-та-там. Да. Отдыхай. Окей, следующая зона Мистик Кейн. Но это уже в следующий раз. С вами была Флаттершай 2013. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И, конечно же, пока. Ей, Флати одобряет. Сквит.